Всем привет, дорогие мои, с вами Клунова Аня, и хочу сделать обзор новинок по каталогу 13, номер 3, уже обзор номер 3, это просто бешеный каталог на новинки, новинок было очень много, вы представляете? Так, вот это я все сняла для вас, следующие помады, вот эти тоже уже для вас сняла, сняла и парфюмерную воду новую, и кремы для век, и так далее, и... Потом решила посмотреть, что же нас ждет в этом каталоге. Они мало того, что новинок столько навыпускали, да еще и я была в огромном шоке, увидев вот эту суперскую акцию. Я просто обалдела, когда ее читала. Вы представляете, дарится 15 роботов-пылесосов, 1500 ароматов, 150 сертификатов на личный счет в кабинет в размере 1000 рублей, 15 домашних караоке-систем, 3 поездки в Дубай на двоих. Я вообще обалдела, ребята. Ну, в общем, очень-очень круто. И вот они, карточки «Твой бонус». Вот они такие. Правила, я думаю, что вы все уже знаете. Вот. И самое невероятное, что произошло в моей жизни, это я занимаю очень много места в каталоге Faberlic, ребята. Да. Да, это отчет о поездке для победителя мега-акции каталога 3-2023. Когда разыгрывалось 15 поездок на спа-курорт Балтийского побережья, и я ни разу ничего в компании Faberlic не выигрывала, и, честно сказать, к розыгрышам всегда относилась скептически, потому что я вообще ни разу в жизни ничего такого вот не выигрывала. Никогда. Я привыкла зарабатывать, я привыкла, чтобы вот-вот только я сама у себя есть, и все. Вот понимаете, вот прям ширма уже такая стояла, у меня никогда не было надежды выиграть, хотя сама я на своей страничке ВКонтакте всегда честно провожу розыгрыши для всех, неважно, в моей, не в моей структуре люди. И тут я просто обомлела, когда увидела себя. Раз, два, три, четыре. Это было до такой степени. И я просто вот... прямо не знаю, да, то есть в таком шоке. И причем самое приятное, компания Faberlic поместила мою дочку Екатерину. Вы видите, вот это моя дочка старшая, да, она ездила со мной, я взяла ее с собой за свой счет, конечно же, я ее взяла. Как же по-другому, обязательно за свой счет. Мы выиграли с Антоном вот на двоих, такую вот путевку. Вот у меня раз Антон, два Антон, три Антон немножечко видно, да? Да, мы купались в этих чанах, мы были в этой бане, мы ездили на экскурсию Куршскую косу и так далее, и так далее. Ой, в общем, столько впечатлений, каждый день нам дарили подарки, я думаю, все вы их видели, и вы видели, сколько всего я много выкладывала про Калининград, и до сих пор еще продолжаю выкладывать, и вдруг я увидела себя в каталоге. В общем, ладно, 3 минуты вашего времени на мой восторг. Кто участвует в карточках «Твой бонус», обязательно ставьте лайк под видео и обязательно оставляйте комментарий. Потому что после этого я буду делать огромнейшие заказы для того, чтобы... А вдруг я еще что-то выиграю? Это же просто шикарно. Недавно по программе Faberlic Drive у нас гостили наши директора Максим и Оксана Нехороших. Приезжали, мы с ними по бизнесу очень многое что обсудили. И вы только представьте, они выиграли большую миску от компании Faberlic. Мы выиграли 3300 рублей в прошлый раз по драйву. То есть драйв скоро будет разыгрываться. Да еще и вот эта новая акция тоже скоро будет разыгрываться. Значит, действовать она начнет... 13-м каталоге с 11.09. То есть период проведения акции получается с 11 сентября по 23 октября 2023 года. Просто, просто круто. Итак, новинки сняла, все сняла. Божечки ты мой, проговорила 5 минут. Хоть бы что забрала у вас время из обзора, но такой, боже мой, какой у меня восторг, когда я себя увидела. Это просто вот не в сказке сказать, не пером описать. И сегодня мы с вами обсудим вот эту красоту, которая как-то вот, знаете, мне кажется, недостаточно хорошо описана в каталоге. Вот серьезно вам говорю, недостаточно хорошо, потому что, оказывается, все эти бюстгальтеры – это просто бомба. Сейчас перед вами очень классный, очень клевый бюстгальтер без косточек, с 3D-фиксацией, цвет бежевый, размер XL у него. Артикул у него получается 504-390, и плюсом ко всему я просто обалдела, насколько в нем комфортно. Я его примерила, конечно же. Во-первых, он создан из очень нежной и легкой микрофибры. В нем очень хорошо дышит кожа. Он безумно классный, он безумно комфортный, он очень-очень приятный. Вот эта вот микрофибра для меня просто вот, я не знаю. Вес у него даже, могу сказать, 78 грамм. Вот такой вот суперский, да, то есть тут есть... Ну, сейчас будем все по порядку с вами смотреть. Значит, он реально не заметен под одеждой. Мне это очень понравилось. Абсолютно не заметен. Гладкий, классный, приятный. Функцию косточек и боковых уплотнителей выполняет спаянные по особой технологии с помощью силикона. Двухслойное микроволокно, которое остается эластичным и упругим. Вот оно, это микроволокно, оно действительно погрубее и действительно
ну вот оно, да, вроде бы оно мнется, но оно такое, да, грубенькое. Очень приятно. Все держится хорошо. Все настолько комфортно, настолько приятно. Просто обалдеть не встать, как комфортно и приятно. Оно остается эластичным и упругим. Вот это 100%. Далее широкая плоская застежка. Вот она, широкая плотная застежка. Смотрите, до какой степени все классно, бесшовно, очень приятно. Все как-то все шовчики внутри. Катюша у меня просто была без ума от этого всего. Ультра мягкие съемные вкладыши для чашек. Значит, что за вкладыши? Вот такие вот вкладыши. То есть они легко достаются. Вот, ну такие, я бы сказала, плотноватые же, да. Грудь они будут увеличивать, как бы, да. Ну и зимой будет тепло, но это уже такая шутка от меня. Клево, классно вообще, мне очень, очень понравилось, прямо безумно, да. То есть я сразу же чашечки достала, и мне понравилось. Вот, дальше, бретели регулируются по длине. Причем они регулируются по всей длине. Вот это тоже огромная редкость у бюстгальтеров Флоранж, чтобы по всей длине регулировалось, как вам хочется. Даже если бюстгальтер там через год, через два, да, там после 45 стирок, да, ну я так уже утрирую, начнет растягиваться, деформироваться, то чашечки можно еще больше подтянуть, но я не знаю, конечно, это навряд ли. Очень понравилась вот такая вот широкая посадка, у меня дочка в нем ходит и говорит: мам, он как топик, он очень комфортный, как топик. У дочки молодая, не рожавшая грудь у моей, да, 23-леточки Катюшки, и на ней он сел просто идеально. Так, я, конечно же, моя грудь, да, перенесла два кормления. И при ходьбе грудь слегка у меня запрыгала, да, то есть вот она запрыгала вместе с бюстгальтером, слегка чуть-чуть, и мне пришлось тут натянуть побольше. Но когда я побольше натянула, я заметила, что он мне вообще не давит. Это тоже безумно приятно, что он мне вообще не давит. И я как бы поняла, что он просто подрастянулся, натянулся, но вообще давить перестал. Ну и грудь стала прыгать в 100 раз меньше. А то идешь, а грудь своей жизнью живет. Ну, у меня грудь средних размеров. У меня размер С и размер XL на меня сел идеально. У моей подруги грудь размер B, этот же самый, услышите, бюстгальтер тоже размером XL, на нее сел идеально. То есть это такой двухразмерный бюстгальтер, который вы можете не бояться заказывать. Ну и все вы знаете, что возврат в течение 14 дней при сохранении упаковки, если вам что-то не нравится, есть. Но навряд ли вы его вернете. Это просто кайфули. Вот. Да, это просто кайфули, поэтому смело заказывайте, пробуйте. Я считаю, что это будет здорово. Ну, все в вашем личном кабинете в компании Faberlic. Просто шикарно, мне безумно понравилось. Вот у кого были какие-то сомнения, можете не сомневаться. Следующее, что я взяла, значит, дочке я приобрела два таких, я знаю, что она их любит, и у меня было подозрение, что их разберут, то есть вот в такой упаковке они приходят, достаем, вот, значит, следующий бюстгальтер, он уже идет размером L, идеально сел на мою Катюшку, артикул 504-389, у нее грудь точно B, очень хорошо сел. Прямо идеально. Да, основной материал 67 полиамид, 33 эластан, это у всех. Дальше, что еще хочется сказать, это без косточек с 3D фиксацией. В общем, это я уже говорила. То есть у всех описания одинаковые. Катюша сказала, что это просто улет. Она очень редко хвалит вещи компании Faberlic, но тут она сказала: мам, это улет, это круто, это классно. У нас с ней есть правило, если какая-то новая вещь, новая футболка появляется в обороте у нее, то старую она выкидывает, одну старую. То есть я ей дала один бюстгальтер, сейчас я ей понесу второй и третий. Она у меня должна была три выкинуть, один мы уже выкинули. Так, значит, в чем прикол? Смотрите, тут еще есть такая вот вещь, она на всех бюстгальтерах. Забыла вам показать, во-первых, как за ним ухаживать, во-вторых, состав полиамид эластан, то есть вот та самая легкая микрофибра, ужасно комфортный, я его не чувствую. В общем, не знаю, будет это красиво или нет, но, ребят, я в нем проходила полдня, но не в этом, в своем экселевском размере, и потом хожу и думаю: господи, сейчас гости придут, надо бюстгальтер одеть. То есть я забыла, что он на мне, вот до такой степени он комфортный, вот до такой степени, только представьте, вот. Пожалуйста, такая вот еще маркировочка, она внутри бюстгальтера, то есть это все будет незаметно, но никогда не забудете, как стирать, как за ним ухаживать. То есть три ряда петелек и три ряда крючков и три ряда петелек получается, тоже здорово.
В общем, я в полном восторге. Давайте же с вами посмотрим еще черные. Цена 1999 рублей, но это вообще смех на палочке. Фаберлик выставил за такое качество. Следующий бюстгальтер тоже черный, размер XL, тоже мой. Ничем он, в принципе, не отличается, только он черный. Артикул 504-386. Точь-точь такой же состав, все такое же, только вот надпись такая, таким вот цветом. Мне интересно было посмотреть, как на черном, какая надпись. Вот такая обычная надпись, тоже 67 полимит, 33 ласта, как стирать, 30 градусов, не гладить, все дела. Такой же тут идет функция косточек и боковых уплотнителей. Все это выполняет двухслойное микроволокно, которое остается эластичным. То есть никаких вообще проблем нету. Также лямки регулируются. В общем, носим и кайфуем. И Катюшкин еще один черный. Точно-точно такой же, как у меня. Даже смысла распечатывать нет. 504-385 артикул. Сразу же едет не то. Никакого намека на брак, ничего нету. Ну и давайте перейдем к нижнему белью. Бесшовные трусы у нас тут с вами есть, завышенной талии и слипы. То есть трусы двух видов. Это элечки Катюшкины. Так, что это такое? Не поняла. Значит, элечка Катюшкина 504-410, тоже 67 полиэмид, 33 эластан. Поедем. А, это просто бирка, которую нужно убрать. Значит, вот такая красота. Где-то и животик подтянет, ну, навряд ли подтянет, но все равно комфортно. И вот тут спасибо компании за это, чтобы мы не путались после стиральной машины, чьи. Да, вот такая красота. Просто шикарно. Мне очень нравится, я прям рада, очень рада такой покупке. Тут есть защита, которую нельзя снимать, если вдруг что-то не понравится. В течение 14 дней компания дает право вернуть. Ну и размер L тоже... Это Катюшкины. Так, артикул 504-400. 504-400. Такой же состав, все такое же. Ну, в общем-то, единственные швы, это вот один шов вот тут. И то он еле заметен. И тут вот два маленьких шовчика, да, как видите. А остальное все просто наивеликолепнейшая красота. В общем, ладно, будем носить с удовольствием. Тут все подогнуто, как-то вот проклеено или что. Ну, не знаю, вроде бы не отковырять, да, видите. Тут вот есть такие вот штучки. Сложно их, конечно, отковырять. Вот. Такая вот бесшовная красота. Угу. Так, ну как бесшовная? Все равно шовная. Дальше. XL. Точно-точно такие же. 504-401 слипы. И 504-411 завышенной талии. Далее идут черные. Давайте же посмотрим. Это XL. Это мои черненькие. Так, 504-401 XL. XL, XL. Ой, надеюсь, они мне будут не малые. Нет, слушайте, нормально. Как раз на мою попу. В общем-то, да. Они такие, знаете, упругие, но давить, впиваться не будут. Я в этом уверена. Очень комфортная ткань. Супер. Да, то есть и тут вот надпись XL. Да, еще есть такой вот 3D. Очень красиво, да, Soft Comfort. Очень красивые трусики. Так, значит, XL откладываю. И еще L и L. Те и другие. На всякий случай. Значит, L 504-405 идут с завышенной талией. Смысла нет их открывать, согласны, да, время только тратить. И L 504-394. Еще вот такие. В общем, я довольна этими покупками. Мне все нравится. Все великолепно, клево, красно. Вот, съемный вкладыш для чашки тоже в тему, маленькая дырочка, через которую можно достать и назад положить, то есть назад мы тоже засовывали, все комфортно, нету никаких таких вот прям нареканий, что вот достали, все, назад уже никак, нет, вы можете примерить и с чашкой, и без чашки, и посмотреть. Как вам хочется, как вам будет удобно. Ну, тут у нас водолазки продаются, как раз сезон пошел. В общем, просто обалдеть не встать, мне очень понравилось. Так, заказов у меня немало, но хочу показать. Я их недавно снимала, вы их увидите, да, как они все смотрятся очень красиво. Это на подарок. Вдруг я буду распаковывать, что-то где-то порву или сломаю, поэтому я переживаю за это и не буду распаковывать, потому что это 100% на подарок. И в следующий каталог я тоже их буду заказывать и тоже на подарок, потому что все ко мне приходят и говорят, вау, какая посуда, хочу такую же. И я уже знаю, что это намек на подарок. Значит, сотейник из нержавеющей стали, 16 сантиметров диаметр, артикул 910-437. Такой вот суперский сотейничек я заказала. Это, во-первых. Во-вторых, кастрюля из нержавеющей стали диаметр 24 сантиметра.
Так, артикул 910-439 получается у него. Тоже такая вот красотища. Так, дальше. Кастрюля из нержавеющей стали. Диаметр 20 сантиметров взяла. Артикул 910-438. Все они идут с термоокулирующим дном и так далее. Ну, в общем, вы посмотрите, да, дальше я вставлю. То есть такая вот красотища. Ну и как оно смотрится на плите, мне кажется, бомбезно. Да? Шикарно просто. Вот такой вот новый наборчик. На нашу семью, конечно, одного мало будет, но прям очень красиво. Согласитесь, оно того стоит, чтобы сделать себе очень красивую кухню и поставить туда красивое блюдо. Да, да, моя кухня, она очень такая светлая, без лишних акцентов, поэтому прямо темная посуда смотрится очень красиво. Прям шиково так, да? Красота. Далее была распродажа, но уже закончилась. Как обычно, я заказала валик 118-74. Такой вот здоровенный, клевый, классный. С пупырышками. Очень удобно с ним делать массаж, подкладывать под ноги и так далее. То есть с удовольствием израсходуем, потому что предыдущий что-то мы его уханькали. Ну и пару сидений заказала. Я хотела вообще заказать Вике, себе, мужу и старшей дочери. То есть я все хотела сделать, но почему-то заказала 2 вместо 4. Не знаю. Я хотела все везде просто заменить. То есть это идет сидение с наполнителем из лузги гречихи. Артикул 113-03. Это профилактика огромного спектра вообще болезней и мочеполовой и так далее, потому что тут уже идет как бы, ну, циркуляция воздуха другая идет, да, наполнитель тут идет, наперник 20% хлопок и 80% полиэстер, ПВХ покрытие, вот эти вот катышки, да, и плюс ко всему идет наполнитель 100% лузга гречихи. И вот эта вот лузга гречихи, да, если оно сейчас плотное, твердое, высокое, все здорово, то со временем оно становится меньше, тоньше, меньше, тоньше. Ну, вот примерно, если вот я работник интернета, то у меня оно где-то вот за 2-2,5-3 года абсолютно становится таким уже бесполезным. То есть я его очень сильно просиживаю. Ну, лузга, она и в Африке лузга. Как мы можем с вами надольше его, да, продлить? Ну и по идее, раз в год надо менять это у себя, если каждый день ваша попа сидит. Вот, я очень много езжу, путешествую по миру, поэтому раз в 2 года я стараюсь поменять. Вот, и, кстати, такие вещи тоже люблю дарить. Клево и классно. В общем, пока все, чтобы обзор не был слишком длинным. Безумно классное белье, суперское. С вами была Клонова Аня, проект Фаберлик Онлайн. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, я люблю. Да, ну и пишите свои отзывы, конечно.